5 часов ходили по торговому центру, 999 рублей, чисто basic. Это Валберес, ребят. Не помню, что вообще там заказывала. Карман в кармане на кармане, очень классный. Я чисто за дизайн ее купила. На фотке она выглядела намного хуже. Какая милота. О-о-о-о. Такие details. Очень тяжелые. Как тут все классно сделано. Вот эту вещь я реально боюсь. Всем привет! Ну что ж, ребята, у нас долгожданная распаковочка. Сегодня мы 5 часов ходили по торговому центру, мы обходили все магазины, но купила только две вещи в Маге. Нам один скрасил пришедший Валберес, поэтому у нас с вами будет распаковочка еще и с Валбереса. Давайте, собственно, начнем с Мага. У нас тут всего лишь две вещи. Первая — это джинсы. Вот такие милашки, они были по скидке всего лишь за 999 рублей. Вы вообще где видели джинсы за 999 рублей, ребят? Просто такие черные классические прямые джинсы. Они мне очень понравились. Чисто basic. Вторая покупочка из Мага — это кофточка. Немножко произошел матч по цветам. Такая серенькая кофточка с пуговичками. Кофточка с пуговичками. Господи, можно перестать уменьшительно ласкательно разговаривать? Там на самом деле действительно были хорошие скидки, типа кофточка стоила 1600, я купила ее за 1000. Кофта в рубчик, очень мягкая, приятная, у нее тут 5 пуговиц. Остаток в этом пакете — это Валберес, ребят. Я, если честно, не помню, что вообще там заказывала. О-о-о-о, это у нас черный лонгслив. Короче, фан стори, у меня был белый лонгслив, очень долго он мне на самом деле служил. И я его чем-то запачкала, и это пятно не отстирывается. Так что лонгслив теперь домашний. Я заказала себе еще два лонгслива, белый и черный. Собственно, вот он черный. Кстати, у него мега приятное качество, я на самом деле не ожидала. Я думала, будет хуже. Очень классный. Ой, ребят, вот эту вещь я очень боялась заказывать, но очень я хотела, это сумка. Короче, я поняла, что у меня нет нормальной сумки. Они либо слишком маленькие, либо слишком большие, либо слишком неудобные. Поэтому я зашла на Валберес. Жестко начала искать сумки, и мне пригодилось вот это. Кстати, на фотке она выглядела намного хуже. У нее есть один карманчик на кнопке, и, собственно, основной внутренний карман тоже на кнопке, а внутри этого основного кармана карман на молнии. Карман в кармане на кармане, короче. Подкладочка достаточно сильно шуршит, но мне, в принципе, без разницы. Блин, ребята, она реально добротная, я не ожидала такого. И пришибу. Я не помню, что там реально. Короче, это у нас маска для волос. Ой, блин, как тут все классно сделано, ё-моё. Какая милота, реально. Я чисто за дизайн ее купила. Вот такая приятненькая масочка для волос. Не знаю, на самом деле я ее не тестила. Это мило, ребят. Такие details. Мы любим вот такие формы, форматы. О! Это моя любимая. Так, вот это у нас, кажется, ремень, кстати. Да, ребят, это ремень. Ой, короче. Он такой маленький. Немного воняет какой-то кожей, резиной. Он вроде качественно добротный. Мне нравится. Опять чуть не пришибло, ребят. Что ж такое? Ой. Футболочка, кажется, это, да? Да, это вот такая милая белая футболка. Я, опять же, заляпала свою белую футболку. Она не отстирывается, поэтому пришлось заказать новую. Размерчик S. И что-то она какая-то маленькая, блин. Мне кажется, она будет не такого оверсайза, как я хотела, но посмотрим. Так, это у нас, кажется, уже белый лонгслив. Да, ребят, такой же белый лонг от того же бренда. Он приятный, господи. Реально очень классный материал, я в шоке. Что-то очень тяжелое. Сейчас я поняла, что там. Да. Короче, это вот такая банка крема для тела. И для рук вообще она вроде бы, но я буду использовать для тела. Ой, запах вообще приятный. Такой милый. Как ты работаешь? Давай, пожалуйста. О. Ой, ребят, вообще классный. Это наша последняя вещь. Да, я поняла, что это. Вот эту вещь я реально боюсь. Ну, какая она приятненькая. Ребят, одеваться нужно в Глории и джинсы. Очень странно топ выглядит под этой кофточкой. Если без топа, под этой кофтой, оно будет просвечивать. Я такое не люблю. Ну что ж, ребята, вот такая у нас получилась распаковочка. Надеюсь, она вам понравилась. Все артикулы на товары я оставлю у себя в телеграм-канале. Обязательно переходите, смотрите, подписывайтесь. Также, ребят, я завела ТикТок. О да, наконец-таки. Тоже ссылочка в описании. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео. Бэм!